Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. Я сейчас нахожусь на пирсе, а это перед вами пляж Роза Хутор. Посмотрите. Так много людей, в общем, сезон в разгаре. Мы сейчас находимся в Сириусе, это стадион Фишт, и там Олимпийский парк. Также Олимпийская набережная. Смотрите, с этой стороны пляж отеля Богатырь, который разбило штормом жестко. Посмотрите, там последствия. И все топовые пляжи идут до границы с Абхазией по Олимпийской набережной. Я только что оттуда приехал, снял для вас ролик, поэтому обязательно подписывайтесь на все мои ресурсы, чтобы его не пропустить. И сейчас, друзья, я еду в сторону Мандарина, в Адлер, по Олимпийской набережной, через пляж Рэдисон, Роза Хутор. Также, скорее всего, заедем на пляж Сочи-Форния. Ну и посмотрим, что да как вообще обстановка, как дела. Я смотрю, потихонечку пляжи восстанавливают после шторма. Но еще не восстановили. Очень серьезный урон. Все пляжи смыло, друзья. Все. Если не видели, посмотрите на моем канале. Я проводил стрим во время шторма. И мы в режиме реального времени видели, как разбивало все пляжи. Также есть много роликов на моем канале. В общем, кому интересно, подписывайтесь, смотрите. Я буду рад. Итак, друзья, мы отправляемся. Я желаю всем прекрасного настроения. Хорошего просмотра, усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки, зовите друзей. Отправьте это видео тем, кто любит Сочи, потому что мы начинаем. Также поставьте мне царского лайкоса, друзья. И мы едем по Олимпийской набережной в сторону Адлера, в сторону Мандарина. Сейчас посмотрим, как дела тут на пляже Роза Хутор, Рэдисон, потому что, ну, Роза Хутор, в принципе, практически не тронула шторм. А вот Роза Хутор там пол пляжа разбила. Так, вот пляж Роза Хутор. Начинается пляж Рэдисон. Прекрасная погода. Можете брать билеты, друзья, и приезжать. Или подписывайтесь на мой канал. Будете в курсе всех интересных событий в Сочи. Также, друзья, напишите, как у вас дела, как настроение, откуда меня смотрите и когда приедете. Мне будет интересно почитать. Так, вижу, что тут практически восстановили. Тут разбило, вот тут у них тут много чего стояло на этом участке. Тут волнами все поразбивало. Thank you.
Так, проезжаем новый спортивный парк Сириус. Смотрите, какая здесь атмосфера. Все хорошо, люди тренируются, здесь все бесплатно. А мы, друзья, едем дальше. Навстречу счастью, успеху и своим мечтам. Так, вот это бывший пляж отеля Меритинского. Бывший, потому что сейчас уже отеля Меритинского нету, его забрал себе Сириус. Вот здесь была летняя зона отеля Меритинского, тут стояли бассейны, шезлонги, турники, батуты, волейбольчик. Так, двигаемся. У нас справа, значит, апартаменты. Это бухта Меритинская. Хорошая сегодня погода, не сильно жарко. Тут есть проезд.
улицу Парусная, друзья. Такая классная улочка. Вот с такими домиками. Приезжаем к отелю Рэдисон. Когда-то я здесь работал 5 лет назад. И было очень весело и интересно. Не менее интересно, чем сейчас. В каждом этапе нашего развития есть свои, так сказать, прекрасные моменты. Ехали к отелю Меритинскому бывшему. А тут был главный вход, тут вообще много чего было, ресторан. А сейчас представьте, он пустой на 1000 номеров, это же. Проезжаем справа отель Меритинский, слева Адлерский порт. Тут идет ремонт дороги, ее расширили, а также делают пешеходную зону. Очень быстро тут делают, ребята молодцы. И мы потихонечку подъезжаем к пляжу Сочи-Форния. Здесь, я так понимаю, велодорожка будет.
какая-то она узкая, по-моему. Но если в две стороны по ней будут ехать, мне кажется, мало места. Пошире надо. Подъезжаем к пляжу Сочифорния, друзья. Пойдемте посмотрим, как тут обстановочка вообще, что тут интересного. Так, ну крутой пляж, друзья, советую его к посещению. Тут есть сцена, проводятся разные мероприятия, есть кафе, бассейны. Качели, это Рекамзымта, на той стороне пляж Чайка, Мандарин и Адлер. Сейчас я туда поеду. Посмотрите, какой здесь бассейн есть. Интересный. И река Мзымта. Холодненько. Цены здесь самые низкие на лежаки, поэтому если вас интересуют низкие цены, приходите сюда. Ну что, друзья, на этом прощаюсь. Желаю всем удачи, успехов, процветания. Смотрите, буёк заблудился. Подписывайтесь на все мои ресурсы. Я на этом прощаюсь. Всем счастливо.